Всем привет! С вами Дмитрий. В этом видео вы увидите, как можно сделать такую декоративную штукатурку гротто из гипсовой штукатурки. Приятного вам просмотра! Заколировал два цвета, темно-серый и коричневый. При высыхании оно посветлеет на 2-3 тона. Для нанесения буду использовать венецианскую кельму и обычный маленький шпатель. Беру немного материала на кельму, расторцовываю и наношу на поверхность, чуть прижимая. Сильно прижимать не надо. Через 15-10 минут приглаживаю верхушки маленьким шпателем в разных направлениях.
После высыхания обязательно грунтуем грунтовкой глубокого проникновения. После высыхания грунтовки, это примерно 2 часа, наношу лак глянцевый для наружных и внутренних работ в 1-2 слоя. Перламутр буду использовать белый. В перламутр я добавил капельку коричневого красителя. Такая декоративная штукатурка отлично подойдет как для зала, гостиной. Получаемая поверхность достаточно прочная и долговечная. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Здоровья вам и хорошего настроения!